Всем мастерам здравствуйте! В предыдущем видео мы смотрели, как вязать английскую резинку по кругу. Сегодня рассмотрим эту же резинку, но уже в две нити, то есть два цвета нити. Я подобрала серую и кремовую ниточку. Хочу сразу сказать, что серой ниткой практически все светлые цвета очень красиво гармонируют. Итак, здесь у нас лицевая серая нить, изнаночная кремовая нить. Если его вывернуть в другую сторону, мы получим наоборот, то есть такой двухцветный рисунок, двухсторонний. Здесь лицевая ниточка у нас уже получилась кремовая, а изнаночная серая. Для вязания такой английской резинки обязательно набираем четное количество петель. Также плюс одна петля для соединения. Итак, для вязания двухцветной английской резинки нам нужно набрать четное количество петель плюс петля соединения. Когда петли набраны на одну спицу, берем следующую спицу и продолжаем таким же образом набирать петли. Итак, я набираю петли на 3 спицы. На третью спицу я набираю еще одну дополнительную петлю для соединения работы в круговой ряд. Теперь проверяю, что петли не перекручены, и соединяю круговой ряд. Для этого с первой спицы первую петлю переснимаю на третью спицу. Затем вот эту дополнительную петлю перекидываю через снятую петлю. Снятую петлю возвращаю обратно на первую спицу. Таким образом работа соединена в круговой ряд. Я набрала петли первым цветом. Вязать следующий ряд, это у меня будет подготовительный ряд, буду нитью другого цвета. Вот я взяла конец нити другого цвета, вот так вот два сложила и начинаю им вязание. Итак, накидываем петельку на правую спицу и следующую петлю просто снимаем. Считаем, что это мы сняли петлю с накидом. Накид, снятая петля. Далее нить перед работой и следующую петлю провязываем изнаночной петлей. Я провязываю изнаночной за две ниточки, то есть за основную нить и ее конец. Видите, за две ниточки. Это нужно для того, чтобы зафиксировать нить. Затем одну нить уже отпускаю. Вот эта рабочая нить осталась. Итак, нить перед работой, снимаем петлю с накидом. Я просто снимаю петлю и заворачиваю ниточку. Накид, снятая петля. Снова нить перед работой, одна изнаночная петля. Нить перед работой, снимаем петлю с накидом. Накид, снятая петля. Нить перед работой, одна изнаночная. Это у нас базовый ряд двуцветной английской резинки. Таким образом я вяжу все петли на первой спице. Снять петлю с накидом, одна изнаночная петля. Снять петлю с накидом, одна изнаночная. Последние мои две петельки. Снимаю петлю с накидом и одна изнаночная петля. Провязала я петли первой спицы, поворачиваю петлям второй спицы. Петли второй спицы, все то же самое. Нить перед работой, снимаем первую петельку и делаем накид на спицу, накид, снятая петля и одна изнаночная. Снимаем с накидом, одна изнаночная. Итак, продолжаем вязать. Снять петлю, одна изнаночная. Снять петлю с накидом, одна изнаночная. Так вы должны провязать все петли второй и третьей спицы. Заканчиваю ряд. Снять петлю с накидом и последнюю петлю провязываю изнаночной петлей. Это у меня подготовительный ряд. Он в счет узора не входит. Далее вот эту ниточку. Вторую, скажем так, оставляю, не перекрещая их с нитью первой, а первой начинаю вязать. Итак, вяжем первый ряд самого узора двухцветной английской резинкой по кругу. Перешла я на первую ниточку, ниточки между собой я не перекрестила, вторую ниточку я просто оставила. Первой ниточкой вяжу первый ряд, это был подготовительный, теперь первый ряд. Вяжем следующим образом. Вот накид, вот петелька, петлю с накидом. Провязываю вместе лицевой петлей. Затем у нас изнаночная петля. Мы ее снимаем с накидом.
Нить перевела перед работой и снимаю петлю. Не провязанной. Снова лицевая накид, провязываем их вместе лицевой петлей. Изнаночная петля, нить перед работой, снимаю ее с накидом. 2 вместе лицевой петлей. Снять петлю с накидом. Снова 2 вместе лицевой. Снять петлю с накидом. И так я провязываю все петельки первой спицы. Последние петли первой спицы, 2 вместе лицевой. Снимаем петлю, накид. Теперь мы поворачиваем работу, но быть аккуратным нужно, чтобы вот этот накид не спустить. Итак, петли второй спицы то же самое. 2 петли провязываю вместе лицевой. Вот накид с первой спицы у меня остался. Снимаем петлю с накидом. Снова 2 вместе лицевой петлей. Снять петлю с накидом. Довязываю я первый ряд 2 вместе лицевой. И последнюю петельку снимаем с накидом. Это был первый ряд двухцветного узора соты. Итак, смотрим, вот первая нить, мы так ее оставляем, то есть здесь она осталась с накидом, этот накид тоже не спустить. Переходим на вторую нить, нити свободные, их не перекрещать между собой, просто начинаете вязать второй нитью. Итак, второй ряд вяжется второй нитью следующим образом. Первая у нас лицевая петля, ее снимаем с накидом. Нить вот у меня она сразу перед работой, я снимаю петлю и нить заворачиваю за спицу. Накид, снятая петля, затем нить перед работой, и вот эти 2 петельки, это у меня изнаночная и накид, их провязываем вместе изнаночной петлей. Снова лицевая петля, нить перед работой, снимаем лицевую непровязанную с накидом, изнаночную петлю и ее накид провязываем вместе изнаночной петлей. Поехали, снять петлю с накидом, 2 вместе изнаночной. Снять петлю с накидом, 2 вместе изнаночной. Итак, мы вяжем по кругу, снять петлю с накидом, 2 вместе изнаночной. Все петли сначала первой спицы, вот последние петли первой спицы, сняли петлю с накидом, 2 вместе изнаночной. Есть, готово. Поворачиваем к петлям второй спицы. И продолжаем то же самое вязать. Нить у меня сразу перед работой, чтобы я сняла петельку с накидом и 2 петли провязала вместе изнаночной петлей. Снимаем петлю с накидом, 2 вместе изнаночной. И так вяжем второй ряд английской двухцветной резинки до конца ряда. Последний раппорт. Снимаем петлю с накидом. Вот изнаночная. И вот это у нас ниточка накида. Вот так ее придерживаем и провязываем ее и следующую изнаночную петлю, как 2 вместе изнаночной петлей. Вот. Таким образом второй ряд закончен. Итак, для двухцветной английской резинки повторяем вот эти 2 ряда. То есть первый ряд это нитью А. Вяжем 2 вместе лицевой, снимаем петлю с накидом. 2 вместе лицевой, снимаем петлю с накидом. И так провязываем все петли до конца ряда. Итак, для английской двухцветной резинки повторяем вот эти 2 ряда. 2 вместе лицевой, снять петлю с накидом для первого ряда первой нитью. И снять петлю с накидом 2 вместе изнаночной для второго ряда. Получаем красивую двухцветную резинку по кругу. Спасибо большое! С вами была школа вязания «Наша пряжа».